Итак, привет, народ, это Альвинос, это Advance of Ascensional Nevermind. Продолжаем играть данную сборку. За кадром, в принципе, я ничем не занимался. Как вы помните, немножко приболел, поэтому особенно ничем не занимался. Только вот разводил руду, а эти какие-то там... В общем, разводил. Поставил новый мод. Точнее, не мод, а настройки набора ресурсов. Dynamic Sky. Увидел этого Demaster Hero на стриме. И мне очень понравился модик. Такая красивую создает атмосферу. Вот. Единственное, что сделал, наверное, полезного, добавил вот эти вот, как они, люки. И теперь мобы, когда они понимают, ну, подходят сюда, они думают, что тут стоит целый блок и падают, короче. Ну, это кто занимается ванилой, думаю, знает. Потом таки загубил вот этого чувака, товарища, вот этого, 9 раз всего. Ну, там видели, просто все было. И получил от него где-то фиготень. Вот она, лопата. Ну, такое проходящее оружие. Вот. Ну, а что, сегодня, наверное, пойдем в другой мир. Просто у меня больше идей нету. По старому миру там... Ну, о, этот приперся. Может, у него что-то полезное будет. И если кто помнит, может, знает. А где твой хозяина? А что тут делаешь? Иглобрюх такой-сякой. Ладно, извини, чувак. Мы тебя... Избавимся от вас. Где еще один тут? Вы ничего полезного мне не даете. Так что извините. Вот. Ищу мод, который помог бы мне создать в OpenBlocks. Была штука с помощник строителя. Может, кто знает такой мод. Хочу восстановить свою тарелку. Мне про нее напомнили в комментариях. И почему бы нет? Тем более, собирался выходить наружу. День тут вот построить тарелку. Вот, в OpenBlocks, видите, как красиво небо выглядит, как настоящее. Вот, правда, ночь пришла, так что... А, пришлось добавить мод на... как он называется? Блин, забыл. А, Optifine. И в Optifine у нас, как к счастью, есть этот... в Optifine у нас есть... Что-то у меня мысли... Так, этот, по-моему, создается, да? Да, этот должен быть в конце. Так, что у нас тут стоит? Space. Direction, Travel, Space. Вот это мне не нужно. А вот это понадобится. Допустим, это... Space... Я что поставил? Reality. Power рецепт. Да, вот это сейчас идет. В общем, Optifine. У меня появился динамический свет. Вот, так что тут не удивляйтесь. Так, как всегда, это пойдем в темный мир. Black, там что-то там называется он. Ну, какого хрена мне тут, понимаешь? А, вот это мне не надо. Так, вернемся немножко. Вот. Красиво, слушай, играет. Вот, как действует моя же система. Иди сюда. Иди сюда. Товарищ дорогой, вот он идет, думает, тут блок, и такой шлеп, и издыхает. Как ни странно...
эти, как они называются? Так, ладно, сделаем вот так. Забыл, как же они же называются. Так, это сюда, блин, опять я тут сейчас начну играться с этими слитками. Да, ну давайте поспим. А, криперы. Когда умирают, они почему-то превращаются в стекло. Для меня это было офигеть, как интересно. Вот. Molten Glass появляется, Эмеральд, Блок, Голд, а, ну я тут этот, Айрон переплавлял, да? Да, по шахтам чуть полазил. Ну чё, идём в этот, почти что подземный мир. Кто-то сдох нечаянно или нет, или это что было? Или он туда отправился? Блин, извиняюсь. Это что, не... Не совсем оправился после, вроде бы прошло у меня. В смысле не с первого раза? Что такое? Вроде ж не было обновлений, а чё так работает странно. Ладно, пока я тут, мы это всё отправим сюда, чтобы мне не возвращаться домой. Блин, да, горло заканчивает. Так, ну чё, идём в новый мир, ух ты. Ладно, когда вернусь, я его добью. А их там аж два. Готов. Так, ну что, идем в этот мир. А то я тут иду, иду, никак. Загрузка тирит. В смысле? Новое достижение. Во. Ага, заряженная руда. Это хорошо. Заряженная. Хотя бы ради нее. Так, где мы вообще тут находимся? Какая высота? 73. То есть я наверху. Мне надо вниз. Наверное, тут придется вот так вот сделать. Да. Я так понимаю, что меня наверх закинуло. И если меня закинуло наверх... Хотя вот текстура вот этих неплохая. Кстати, раз меня закинуло наверх, то, наверное, надо... Давайте вот тут замуруем. Вот. Так. У меня вот идея появляется. Ладно. Йод. Создать. Это будет у нас портал. Портал. Ну, зеленый сохранить. Давайте, может, по прямой пробьемся. Тут же у нас как бы должно быть эти новая, как бы, даже не знаю, как ее назвать, руда, типа. Ящички такие. Что тут мешает? Ух ты. А вы кто такие? А где второй? Шмылся. А вот таких я не видел чуваков раньше. И что? И вы убегаете. А-а-а. И что с вас можно поиметь? А вы где? Ну, что-то странное вылазит из этих плотных камней. И найду я эти ящички. А и вот он, чувак. Или они как-то меня так не берут и пропадают. Ну, их убить можно, только для чего, непонятно.
О, вон они, жучки. Что-то я не уверен, что на таком уровне я найду. А, вот вы, товарищи, стоять. Кто вы? Они исчезают. Ладно, давайте попробуем вниз спуститься, если это вообще-то возможно на данный момент. Я обычно появлялся внизу, но почему-то на этот раз меня отправило наверх. Но, насколько я знаю, тут генерация как в аду. Точнее, ну, что-то вроде этого. И, ой, еще один. Или я их как-то собираю. Они мне вроде бы урон не это самое. Но они как-то исчезают. 52 уровень. Так я наверху или внизу? Алло. А может я внизу? Нет. Там. О, вот эта руда нужна. Как ни крути, вот эта руда по качеству мне не нужна, но потом она понадобится. Это для более продвинутых руд. И такая, как... А ты кто вообще такой был? Щик. Эй, кто щик капскут? О, хитин падает. Судя по всему, я не в ту сторону пробуриваюсь. Я почему-то под землей оказался. Да? Судя по внешней... Ну ладно, давайте уж. Еще один? Или как? Вдруг что-нибудь выпадет. Что там выпадает на уголь? Нет, тут ничего интересного. Так, йод портала. Я вроде тут телепортироваться не могу. А. Вы не можете телепортироваться в этом дипланде, ясно. Так, копался я наверх, значит, и выкопался какую-то... Ни тут сюда не подняться, ничего. 122 уровень. Это вот что такое? Это вот что такое? Это я могу отсюда? Вроде бы как... И не выйти не дает, и не подняться. Блин, а как тут... куда-нибудь выбраться? Должны же быть пещеры. Хорошо, что я не записывал и не избавил вас от лишнего. Но я не вижу вообще пещер. О, тут что-то светит. О, здоров. Или тут брак еще у них. Ну, вот этих я знаю. Так. И на каком уровне могут быть начаться пещеры, или там же всякие структуры, или у меня ничего вообще не появится. Алло, не... Так, алло, не виснем, идем. Такое ощущение, что везде чисто камень. Ну, не вижу я ничего. 54. Вот там уже кто-то... Что это такое? Как тут? Без понятия, что ли. Дальше вперед копать, может, где-то что-то накопается. Я вот без понятия, что мне дальше делать. Какой-то... Эти вроде бы шляются, но ничего они мне не делают.
то ли мир забагованный, то ли что. Вот куда мне тут копать? Все уже забил, да? Так, это сюда, это сюда, это сюда, заряженный сюда. Плотный камень. Так, можем посмотреть. Advance of Ascensional. Мне интересуют руды. Где вот это то, что я ищу? Генерация. Там должны быть такая руда, как ящик. Куда перекрутилась? Так, стебель селевии, разрушенная сталь. Это не из него, белая древняя плитка. Это руды. Так, решил я подняться. Подняться и прокопаться тут немного в две стороны на уровень 100. Этих товарищей куда попёр, в синьки смылся. Вот, и пропуская все, чтобы потом показать, сколько тут возможно накопать. И он не очень я понимаю, то ли как тут все наработает. Тут должны. То ли это мне так повезло. О, этот появился. Ну вот, и начали спавниться всякие дикобразы. Ну, эти сложнее. О, сколько ж у вас тут. Не, ребята, извините. Ого, вы мощные. Так, извините, надо три взять. Один есть. Хрёбаный ты народ, ну. Сколько вас тут? Ну, я нашел то, что искал, во всяком случае. Один есть. Эти раньше делились. О, это даже есть, как его, создатель. Но если вы такие же тупые, как и были раньше, то вы мне, вот если я так сделаю, вы ничего не сделаете. Идите сюда. Я по-прежнему пройти не можете. Иди сюда. Иди сюда, дорогой. А ты пройти не можешь, да? Вот тот вот зашибись, чувак. Очень редкий раньше был. Это создатель. Ящиковый и конструктор. Вот она, руда. Рецепт. От 75 до 128. И я ее нашел. Вот она. То есть вы спавнитесь. Что-то, в общем, пошло не так. Должны были быть пещеры. Хотя, может, они переделали, черт их знает. Ну, во всяком случае, потом узнаем. Так, меня вот интересует вот эта вот руда. Я, в принципе, ради нее сюда и шел. Так, и зато есть плотный камень, медные монеты.
Ну, в общем, что-то пошло не так. Так, как тебя... Ты один тут или у вас тут несколько? Вот это вот руду можно найти. Как видите... Кусок... Кусок... Руния. Ну, блин, неинтересно так. И все? Уголь. Из этой руды раньше выпадали такие вещи полезные. Сколько ж вас тут? Ну, в общем, тут... Так, плотный камень. Рецепт выпадает из жителей... Да, вот из этих жителей всех. То есть из них может выпасть... Вот этот глубокий ящик у Юзыч. Рецепт. А вот еще есть кто. Не, это не из этого мира. Плотный камень, вот это, ну, о, может и звезда выпадет. То есть их можно тут... Так, тут есть этот чувак? Нету. О, спавнится везде. Ну, я же не осветил. Ну, в общем, тут это неплохая такая у ваших ног. Так, давайте спустимся вниз. Я вот не знаю, что с этой вот штукой сделать потом можем. У нас от 60 до и выше. То есть мне нужны в основном эти ящики. Ниже их искать, вон их сколько тут. Так, ну, на всякий случай, знаете, надо закрыть. А то ж придут, наваляют. Ну, с тебя ничего интересного не падает. Максимум, что тут можно поставить, какую-нибудь свечку из террарии было бы водяную. Вот, так, что из тебя из плотного камня? Валун с примесями. Угу. А потом его... Так, поножи подземелья. Скорость копания. Разит. Нагрудник из каменной кости. Под урон в дальнем сопротивлении. Уклоняется от дальней атаки. 38. Ну, у меня этих нет. Синяя друза. Это в кристалле можно получить. Так, можно получить... наносит дополнительный урон по нежити. Клинок подземелья... Это клинок? 19 урона. Ну, это магия. Кстати, вот эти вот глубинный кристалл, дип кристалл. По идее, они тут должны появляться. Ну, я, в общем, не знаю. Лук Крикуна. Высоты. Мне вот чисто интересно, это у меня баг какой-то, ну, я не так помню. Спектрактор зайдем, потому что я не понимаю, как мне спектрактор есть где-нибудь. Во, они есть. Ага, такие пещеры есть. А как я так промазал на... Какой уровень до пещеры? Пещеры находятся на уровне 30. А, ну тогда все нормально. Это вот, вот как она выглядит. Я бы так вам и не показал. А почему у меня ночное зрение... пропало. Ай, потому что я спектрактор. Если я спектрактор, так, гейм моды, креатив сурвивал инк,
Так, у меня очки есть. Давайте гейм моды креатив. Выпьем. Где же бабка? Выпьем. Так, чуть ночное зрение. А вот же оно, ночное зрение. Выпьем. Так, и сделаем гейм моды спектрактор. Теперь можем, наверное, увидеть больше. Так, как же я так не попал? Ну вот, я тут прокопал. А, ну я вот тут дальше, если бы покопал, то я так и выкопался бы, да? Ага, получается, я должен был тут дальше чуть покопать и выкопался бы. Ну хорошо, прокопаемся. Тут больше ничего светить себе не будем, да? А, то есть, вот поэтому лучу дальше. А там уж по пещерам побегаем. Хотя вот уже засветил, тут что-то у нас есть. Это что-то новое, я это не помню. Алтарь Крора. Он сейчас так выглядит? А почему они вот эти вот штуки на 22 уровне? Или они рандомно? Алтарь Крора. Ну ладно, раз уж читерю, то читерю. Это что такое? Черный сухой бетон. Это, я так понимаю, где Булдердаш создавать. Стол зарядки, да, этот Булдердаш создавать. Ну вот тут почему они? Они же не должны были быть. Ясно. Ну, хотя бы показал, как вот пещера выглядит. Я уже испугался, что она вот вся будет такая забитая. Я не знал, ну. Вот. В принципе, я спектактор мог и так использовать по-другому. Вон, еще какой-то алтар или нет. А это продавец, наверное, да? Если не ошибаюсь. Тут должен быть продавец. Продавец, ты где? Да, вот он. Каменный лотерейщик. Фига вас тут. То есть вниз и туда. То есть на какой мне уровень надо опуститься еще раз, чтобы где-то 30 уровень. Хорошо. Ладно, теперь возвращаем. Типа, я ничего не знаю, нигде не был. Так, гейм-мод Survival Inter. Так, вроде бы ничего такого лишнего не взял. Так, ты мне не нужен, можем вернуться. Кто меня тут... Кто тут меня дерет? Ну вот это какой-то странный портал, честно скажу. Дипленд. Кстати, на 1.6.2 разобрался, как восстанавливать своих животных. Так, значит, мне сейчас нужен ящик. Так, а как он в миру-то выглядит? Как серая шерсть. Юзыч. Это обыкновенный камень, да? Из него мы можем делать всякую всячину, ну, как обычно, да? Резать, пилить, плита из плотного камня, и что-то сирит cobblestone, molten clay. Ну, вещь интересная, давайте ее скинем. Так, ты тут должен был мне понакидать всякого хлама. Или ты не накидал?
Так, осталось, загрузилось. Так, этот. Что еще сюда отправлял? Куда ты это засунул? А, вот это я отправлял. Это правильно, правильно. Вот это я отправлял. Что-то я еще отправил. Вот эти вот мне тут не надо. Так, хитина до хрена, я смотрю. Можем сделать бронепластину или плит, но этого много. А из бронепластины мы можем сделать рыцарский 27, лучший кристалл, лучший каменный слиток. Это я не могу. О, броня. Так, этого у меня нету. Грибные споры. Грибные споры. Хитин. Так, бронепластина, грибные споры. Ну, этого еще нету. Кристаллит, это кристаллайне. Я смогу сапфир, парящий камень, флотинг стон. Это тоже не подходит. Это чешуя, коралловый камень. Это надо этих чуваков искать, если найду, не знаю. Линолонитовые поножи нет. Короче, нет, нет. Это краска, краситель. Затвердевшего конфетти. Корень розида. Это руническая энергия. Это нет, нет. Вот это нету. Гастовый слиток, вот лунный слиток нет. О, вот это могут быть здоровье, твердый бонус плотного набора, шлем космонавта. Ай, это тоже вроде бы не могу, не могу. Токсичный ком, это пока нет. Нет, что такое мистические грибы? У меня токсика нету. Тоже нет. Оружие есть какое-нибудь? Ладно, давайте броню пропустим, посмотрим, может, оружие какое есть. Ух ты какая, шлем и сушитель. Не, нету. Ладно, тогда мы это сюда. А где-то еще должно быть. Вот. Сюда Cavern Rune of Directional, заряженная руда. Изъемы только можем переплавить. И usage сделать пустая плита. Заряженная руна и магический усилитель. Ясно. Так, монеты, наверное, все пойдет сюда. Руны на переплавку. Вот. Ну что, пойду миры тогда изучать. Надо все ж найти, всю вот эту вот местную хреня. Вот ночью хотя бы посмотрим, как выглядит. Ночью выглядит... где моя талерка? Иди сюда. Чувак, иди сюда. Давай упадем и сдохнем. Где моя талерка? Я ее же куда-то отложил, наверное, чтобы место меньше занимало. Скоро... Я вот не знаю, какой уровень надо, чтобы на другой перейти. В Бориане или где-то там уже... Не, в мистическом лесу можно будет собирать. Или в Ру... Или в этом кровавом миру. Так, чувак, иди сюда, мы тебя будем жарить. Алло, иди сюда, давай. Шлёпть. Молодец. Вот. Давайте это используем сюда. Молодец. Чувак, ты... Ты умница. Вот, Molten Glass, это от трех криперов выпало.
Ладно, тогда на сегодня все. Увидимся в следующей серии. Если там понравилось, ставьте лайк, пишите комментарий. Увидимся в следующей серии. С вами был Альвинос. Меньше времени сейчас писать, только могу по конце недели писать в основном серии. Так что не обессудьте. Субботу, воскресенье имею. Ну, до этого времени есть, есть возможность как с вами, ну, есть возможность подготовиться. Так что, кто знает блок, который помогает строить, как в OpenBlock'е, вот, был бы благодарен. И если вы ставите дизлайк, то пишите за что. Я за это не баню, но если вы нормально напишите, за что мне поставили дизлайк, меня это чему-то научит. А дизлайк просто, ну, я не знаю, за что, и от него толку, ну, никакого. Вот, то есть дизлайк с комментарием меня учит, а просто дизлайк меня, как бы, ну, я не знаю, из-за чего мне его поставили, и в чем Coral, ой, хотел Coral, да не так я хотел Coral, а у тебя немного блоков, может это уже там штука зарядилась, угу. Вот. Так что бы попросил бы вас, если вы ставите дизлайк, то пишите почему. Я хоть буду знать, а так... Да какого обнулены? Я не хотел. Ай, блин. Ладно, давайте... Шанс редкий дроп с нежити. Ну, давайте сюда все вкинем. Ключ у меня этих до хрена. Этих, как бы... Во. Ну вот, на ключи еще, да? Ключ выпадет, это шанс получить ключ. Я зачаровать его сам могу, мне это не проблема. Еще раз, два, три, четыре помолиться, мне еще добавят. Хорошо. Я не помню, показывал, как эту сделал. Шипа, шипы джунгли, железный свиток, трава и получили 31. Плюс зачарование 40. 40 сороков. Так, ты идешь сюда, ты мне не нужна. Это ты хакаешь или опять наверх кто-то там пришел? А, не, это, наверное, внизу, да? Да. О, этот издох. Да, это мой, к сожалению. Так. Ну что, пошел я вниз. Ладно, буду в рейсе, есть у меня время. Будем, будем искать то, что надо. Ладно, теперь точно. Всем пока. Спасибо. До свидания.